Дорогие друзья, это и вы все вместе, которые пришли сегодня поддержать наших бойцов. Спасибо! Это даже дети, которые пишут свои письма в поддержку наших бойцов. Это очень важно. В этом смысле сегодня при защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территории, все, весь наш народ является сегодня защитником Отечества. Низкий всем поклон. Поздравляю вас с наступающим праздником. Днем защитника Отечества. Звучит гимн Российской Федерации.